Уже этой осенью в Казахстане начнется отстрел сайгаков. Охоту на реликтовых животных откроют с 1 октября. Об этом сегодня лично заявил министр экологии. По словам Серикали Брикешева, на такой шаг они пошли после консультации с учеными. Есть необходимость регулирования численности поголовья сайгаков. Это будет уральская популяция. Если сейчас уральская популяция насчитывает порядка чуть более 800 тысяч голов, то регулированию подлежит около 10%. То есть это 80 тысяч голов. Напомню, в Минэкологии долгое время не могли объяснить, как будут регулировать поголовье степных антилоп. Сначала говорилось о неком биологическом изъятии, однако детали глава ведомства так и не раскрыл. Тогда казахстанцы предположили, что государство разрешит на них охоту. По сути, так и оказалось. Правда, отстрелом будут заниматься специально обученные люди. И обязательно из госструктур, чтобы не допустить браконьерства. Но уничтожение краснокнижных животных власти решились после резкого роста их популяции. На сегодня в стране насчитывается свыше 1 300 000 голов при норме в 770 тысяч. Антилопы уже начали вытаптывать сельхозпосевы, хотя ранее экологи заявляли, что в этом виноваты не животные, а акимы, которые беспорядочно выдавали поля крестьянам.